29 июня в каждом детском саду Московской области должны открыться дежурные группы. Исключение составят лишь те дошкольные образовательные учреждения, где ведется плановый ремонт. В настоящий момент в Одинцовском округе открыто 207 таких групп. Их посещают без малого 2000 воспитанников. В каждой строго соблюдаются все правила безопасности. Проводится дезинфекция и контроль здоровья. Педагоги проходят тестирование на ковид.